Привіт, я Нікіта Дрюченко і мої гості завжди на спортику. Сьогодні мій гість не іхтіандр, але він робить з людей іхтіандрів, повірте мені на слово. Валік, привіт. Привіт. Слухай, перше питання, яке виникло, чи будь-кого можна навчити плавати? Абсолютно, кого угодно. Неважливо, вага, вік, хлопець, дівчина, бабуся? Ні, ні возраст, ні пол, нікакого не має значення. Це по факту дано людині? Це по факту дано. Ми всі вийшли з води. Звідкіля у людей тоді виникає страх ось води, якщо ми з води вийшли? Як ти вважаєш? Моє мнення, що чаще всього це у нас йде з дитинства, коли батьки з нами ще возятся, купаются, и там прививается, из-за неправильных действий прививается страх. По типу, не лізь туди, бо втопишься, чи щось таке? Это тоже, это родители боятся, как правило, не умеют плавать, и они передают своим внутренним и вербально, и невербально, они передают это детям. Но, как правило, когда вот ребенок только рождается, и его купают в ванной, да, у нас есть такие зоны, допустим, как уши или глаза, которые, если туда попадет вода, это у нас раздражение появляется. Mm-hmm. Если с этим неправильно работать, то ребенку это уже не нравится с самого детства. Он знает, что вода – это что-то, дискомфорт якийсь, что-то вредное, да, что ему приносит дискомфорт, раздражение. А з якого віку тоді дитину, ну вже не маленького зовсім, от такого якогось, а можна до води там привчати, ну там спокійно ходити з ним на пляж, наприклад? Там можна з 3 місяців, можна. Угу. На самом деле, от тренера по плаванню, вони з самого рождения і займаються своїми дітьми в воді, з самого рождения. Тобто це все просто робиться акуратно. А вот, допустим, те, кто не тренера по плаванию, а люди, которые занимаются другими делами, с 3 месяцев тренера и врачи в основном рекомендуют, когда заживает пуповина, и уже можно ребенка опускать в воду, делать погружения разные. Суть в чем, когда можно уже и родителю самому заниматься в ванночке, там, купать его по-разному, просто нужно аккуратно относиться к ушам и к глазам. Если мы кладем ребенка на спину, да, это в маленьком возрасте, до года, это его естественное положение, он все время лежит на спине. Но если его неправильно положить в воду, ему в ушные раковины затекает вода. Угу. И это очень неприятное ощущение. Просто нужно другой угол брать или не класть его полностью в воду. Так же само, когда мы хотим ребенка умыть, не нужно ему на глаза сразу лить. Это нужно сначала на затылок налить, чтобы оно все аккуратно стекло, чтобы ребенок привык. Тогда вообще никаких не будет проблем с тем, чтобы ребенок любил воду. Когда ребенок подрастает уже, и если родитель не умеет плавать, или сам не уверен в себе, или там очень опекается о ребенке, то да, он говорит, не подходи к воде, не подходи к воде. Или там дает на рукавники и так. Круг. Да, это тоже очень известная тема, ну, для нас, для тренеров. Когда родители все время купали детей в кругу с нарукавниками, с трубкой, с ластами, мастами. Вот это вот весь этот набор. И когда приходит тот момент, когда ребенок уже хочет попробовать без всего этого, он прыгает в воду. И в него не выходит. Да, его ничего не держит. И, естественно, это уже его пугает. Это страх, это, ну... І все, ребенок уже опасається води. Розкажи, звідкіля взагалі твої знання, де ти навчався, як ти до цього прийшов? Чи, можливо, це потім з віком ти змінив напрямок свого розвитку? Я учився в нашій академії фізичної культури і спорту. Угу. Більшу частину інформації, звісно, мені дали там, це базові, всі базові знання. То есть там есть тренера, которые, у которых стаж работы и опыт работы просто колоссальный. Плюс это мое рвение к тому, чтобы узнавать это быстрее, изучать психологию ребенка. Вот. И я достаточно... Ну, я, наверное, когда был уже на 3-м курсе, я начал уже работать тренером по плаванию. И я понимал, что мне, как молодому специалисту, нужно в чем-то быть сильнее, нежели ребята, у которых там старше, у которых опыт, которым доверяют тренерам. Десь найти своє зерно якесь, так, да, гуманність. Да. Угу.
Я так посмотрел, прикинул, чем я могу брать. И, как оказалось, я очень хорошо лажу с детьми. Вот прям я с детьми нахожу общий язык, ну, вот на щелчок пальца. Для меня это не составляет никакого труда. А дальше это уже все любопытство и различные курсы по повышению ну, мастерства своей квалификации. Де розпочинати краще навчатись плавати? На відкритій воді чи в басейні? Нужно начинать учиться плавать только в бассейне. Потом, когда ты уже немного освоился, можно и на открытой воде продолжать учиться. Почему бассейн? Потому что это прозрачная вода, это рядом бортики, это рядом люди, это все подстрахуют, помогут, подскажут, расскажут в таком случае. Если ты под водой, ну тебя там папа бросил, ну, да, да, давай техника плыви. Техника навчання стандартная. Бросаю да, грузинская воду. Грузинская страховка. Плыви, я тебя вижу. То... Ты откроешь глаза, и ты увидишь, куда тебе плыть. На открытой воде, там, в озере ты, или там, в речке, ты откроешь глаза, вон у нас в Днепре, ну, да. И ты увидишь такие водоросли. И ничего уже не испугаешься, и все. Это на всю жизнь у тебя воспоминание будет такое неприятное. Чим корисний аквафітнес для профессиональных спортсменов будь-яких? Аквафітнес полезен тим, чому, що... От, чому потрібно додати, наприклад, баскетболісту в свій режим тренувань аквафітнес? Тому що це розгружає всі групи мишц і одновременно нагружає всі групи мишц. Розслабляється опорно-двигательний апарат. Що це у нас таке? Це наш скелет. В любому виді спорту, не считая плавання, у нас нагрузка йде большая на наші кості. На наш скелет. В баскетболе это что? Это колени, это суставы, это плечи, это кисти. Это все такие проблемные зоны у баскетболистов. Это я знаю очень хорошо. Когда мы плаваем в воде, у нас нету нагрузки на колени. У нас есть только на мышцы нагрузки. И колени у тебя отдыхают. При этом ты их укрепляешь в том плане, что у тебя закачиваются мышцы. Это очень полезно. Плюс все полезные свойства воды. Разгружается нервная система, дыхательная система работает, сердечно-сосудистая система работает. Вот еще есть момент, когда баскетболисты много бегают, у них вся нагрузка идет в ноги. И мышцы ног там очень развиты. Как правило, там есть и гипертонус, это когда мышцы очень забиты. Так. Плавая в бассейне, мы тренируем сосуды. Что помогает тоже тренировать наши мышцы. Сосуды при холодной воде они сужаются, при горячей воде они разужаются. Угу. Тоже польза. Я знаю, что ты еще и реабилитолог. Да. Скажи, с какими проблемами тогда звертаются до тебя? Чаще всего ко мне обращаются это те, у кого проблемы со спиной. Это наши болезни 21-го года, это грыжи, это протрузии. В позвоночном отделе, в позвоночнике. Также это различные деформации груди, это воронкообразная грудь, килевидная грудь. А если касательно обычного, ну, как обычная реабилитация, это переломы различные, неудачные операции или реабилитация после операции. Все это идут, как правило, врачи рекомендуют идти в бассейн и заниматься ЛФК, лечебно-физической культурой. Детей. Мы заговорили про маленьких детей. Зовсім маленьких приводят и для чего? Что хочут батьки и какие это маленькие дети? Это 3 месяца, 2, 1? Маленькие такие. Найменше. Сколько было років? Або месяцев? 3 месяца. 3 месяца? 3 месяца, як це відбувається? Що ти зробиш з 3-місячною дитиною? Рядом батьки. Опиши ось цю картинку. Хорошо. Я в этом плане роботи з маленькими дітьми изучив свій підхід і усовершенствував до такої степені, що у мене є даже свої ритуали і моціони, які я проводжу до тренування. Перше, що я спрашиваю, я по телефону общаюсь, як правило, мені там пишуть, дзвонять, говорять, ми хочемо попасть к вам на плавання. Там 3 місяці, допустим, да? Я спрашиваю, які є рекомендації від врача.
Почему вы хотите позаниматься? Я узнаю цели родителей, зачем они в первую очередь хотят привести своего маленькое чадо свое. Если они там в 3 месяца приводят и говорят, мы хотим олимпийского чемпиона. Я говорю, ну, вам придется немножко подождать. Как бы этот процесс у нас займет достаточно времени. Да. И бывают родители приходят и говорят, а мы не знаем зачем. Ну, нам сказали, у нас знакомые ходят. Поэтому мы решили. Тут я уже как тренер помогаю сформировать родителям, что им вообще нужно будет от плавания, чего ожидать. В таком маленьком возрасте это водная гимнастика, самое-самое, что им рекомендовано. Потому что у маленьких детей, как правило, есть при рождении или в процессе развития кривошейки, это называется очень часто таким термином, и рекомендуют что делать? Это массажи и плавать. Почему плавать? Потому что у нас нет нагрузки на позвоночник, и мы можем делать вытяжение. Да, потому что у ребенка там все маленькое, хрупенькое, это же даже не кости еще, это там в основном хрящи. И если мы уже в таком возрасте делаем все правильно для суставов, для шеи, для мышц, то ребенок растет здоровым, и у него нет никаких там зажатостей или пережатостей. Бывает такое, что, как правило, у маленьких детей сжиматели, они в грудничковом возрасте более развиты. То есть они все хватают, но с разжимателями у них есть проблема. Ну, как это не проблема, это физиологически так. Как они взрослеют, и оно у них... А як це відбувається? Ти стоїш у маленькому басейні, а навколо тебе 3-місячні карапузи плавають. Опиши, бо взагалі не уявляю собі. Як це відбувається? Приходять батьки. Перший мій візит... Родители приходят, и они заходят вместе с ребенком в воду. Ага. То есть я не прихожу и не беру так, дайте мне ребенка. Я пошел. Да, давайте мне, можете пойти покупаться. Нет, как правило, дети, они могут испугаться незнакомого человека, непривычной обстановки, и в воду ты его уже никак не опустишь, ничего с ним не сделаешь. Родители приходят, я смотрю на ребенка, он смотрит на меня, мы на суше делаем разные упражнения, играемся, там, любимые игрушечки, и только потом родитель берет сам ребенка и заходит. Заходит в воду, захожу я в воду, и мы с ребенком и с мамой или там, и с папой взаимодействуем, и только потом я беру ребенка, как бы такое... Обмен. Класс. Да, чтобы у ребенка не было стресса и у родителей не было стресса. Потому что многие приходят и они боятся. Ну, а что я буду с ним? А что я буду с ним делать? А как это происходит? Нет представления. Нет представления, к сожалению. Ну, теперь воно хоть трошечки уже... А есть такие вот 1,5 годика. Вот они уже как рыбки под моим руководством. Прыгают, ныряют. Ты вожак стаи просто. У Дніпрі велика конкуренція серед фахівців твого профілю? Довольно большая. Да? Ну, у нас много бассейнов в Дніпрі. Ми і город на воді, так що много. Буде таке тупе запитання. Рубрика «Тупі запитання» від Нікіти. Накачатись на аквафітнесі можливо? Виходиш з води, у тебе біцухи здоровені. Смотря до какого. Це можливо. Можливо. Можно, да. Рельєфність точно можна. Ну, да, можна. Де ти взагалі ось свої знання черпаєш, щоб урізноманітнити свої тренування? Це якісь семінари є, книги, вебінари? Ну, щоб з цієї конкуренції, про яку ми говоримо ось у Дніпрі, щоб бути кращим? Де знання береш зараз вже? Ну, я кожен год езжу на различные акваконвенции, они у нас так называют. Вони проходять у воді? Да. Серьезно? Да. Крутяк. В прошлом году, в феврале, я ездил на 2-дневную акваконвенцию, и я часов 8 в воде просидел. И вы спілкуєтесь, розмовляєте? Нам показывают, там множество тренеров с различных стран приезжают, ну, их приглашают. И они нам показывают свои методики.
Да, это есть такое направление. Есть в этом году, в прошлом году я первый раз участвовал в таком. Мы сначала, у нас сухая лекция. Нам это тренер с Испании был. Это его была авторская разработка. Он сначала нам все на суше рассказал, как проходит эта тренировка, как он ее придумал, какая музыка используется, почему так используется. Ну, это же все с точки зрения физиологии и анатомии. А потом мы пришли в воду, и там такое нам устроили. Ну, это был взрыв. Мы же уже знаем теоретически, как это происходит. То есть мы знаем, чего ожидать, а он просто своим голосом, жестами просто нам такой взрыв устроил эндорфинный. Я на такой тренировке, я кричал там как... Ведь задоволен? Да, да, с меня пар шел. Вот мы в бассейне, там теплая вода, и я до такой степени разогрелся, что с меня пар шел. Класс. Я такого никогда не видел, хотя лет 5 уже регулярно езжу на такие семинары. Слухай, а в тебе були випадки, коли тобі довелось, наприклад, рятувати людину? Чи на відкритій воді, чи в басейні? Слава Богу, нет. Ні. Але, ну, знання є, звичайно. Конечно. Ми проходимо обучение, і у нас це як обов'язково. В будь-яке місце в басейн, в який ти не прийдеш, как сотрудник, тебя тестируют на твои теоретические знания, как ты знаешь, анатомию, физиологию, потому что ты работаешь с человеком, и практические твои знания. Не только научить плавать, но и спасение утопающего или первая медицинская помощь. Щоб прийти до тебе на тренування, треба пройти комісію якусь, здати тести, там, купити шапочку. Що треба от на перше тренування, щоб прийти до тебе? На перше заняття, щоб ко мені попасть, потрібна справку від врача, який дає дітям, це, по-моєму, педіатр, який робить заключення, там, що можна посещати басейн. Там дитина проходить терапевта, хірурга і дерматолога, щоб не було... Заражение других людей. Для взрослого человека это терапевт, по-моему, выдает справку. Да, да, выдает справку о том, что тоже можно посещать бассейн, что кожа в порядке, здоровье в порядке, там с сердцем проблем нет. Все, можно идти в бассейн. И, ну, в принципе, я всем говорю, что очки. Если вы хотите научиться плавать, не рекомендую, а настаиваю. Потому что нельзя научиться плавать, если ты не можешь открыть нормально глаза. И бачити, куда ты плывешь. Да, ну и это раздражение. Ты поплаваешь 10 минут, у тебя глаза просто вываливаться будут. Это не прикольно. Или они будут красные, как у... А какие есть основные напрямки у аквафитнеса? Может быть, там 3-5, вот назови. Такий. Я думаю... Тут есть три кита таких основных. Это плавание, это реабилитация и это акваэробика, но она и называется как аквафитнес. Это акваэробика. У бассейна для фитнесу там глибоко чи ні? Я ось не розумію. Люди стоять ногами, достають до підлоги чи ні? Ну, чи це все... Я думаю, ти, може бути, достанеш. Ну, а взагалі, як це відбувається там глибоко? Всі басейни по-разному. Мой опыт показує, это где-то 50 на 50. Є басейни, которые там одна глубина везде, как в начале, так и в конце, так и в середине. А есть такие, что сначала идет мелко, потом идет глубоко. Вагітні жінки приходять до тебе і взагалі їм рекомендовано займатися ось таким фітнесом? Так. Да. Тоді чому? Все дуже легко. Коли жінка беременна, дівчина, у неї з'являється багато, как бы, не лишнього, у неї чоловік внутрі росте. І йде велика нагрузка на поясницю, на ноги. И поэтому нужно идти в бассейн, чтобы разгрузить поясницу, чтобы там не возникли никакие проблемы, зажатости или еще спазмы, еще хуже, и чтобы ноги отдыхали. Но это не самое главное. Самое главное, я считаю, что, во-первых, женщина себя поддерживает в форме. Ну так. Да, и что у нее ребенок будет здоровый. Это уже на этой стадии, это уже полезно. Когда... женщина в воде,
И трошечки нее... поплавати, так, розслабити тіло. Да, так, конечно. Угу. Она уже в таком возрасте на подсознательном уровне передает, что вода – это хорошо, это полезно, мне это нравится, и тебе это будет нравиться. Угу. Я заканчивал магистратуру, и моей дипломной работой была это акваэробика для беременных. То есть я дипломную работу свою защищал на эту тему, и у меня было достаточно много опыта, когда приходили и не знали зачем. Ну, тоже порекомендовали. В зал нельзя идти заниматься, потому что там очень много ограничений. А в воде практически их нет. И прям можно на 9-м месяце вагитности? Есть один момент. Беременность, она делится на триместры. Это так называется. Угу. Первый триместр – это первые три месяца. Они, как правило, идут самые опасные, ну, с точки зрения, что там плод только формируется, и если дать неправильную нагрузку или неправильное движение сделать, это может быть очень чревато. А вот второй и третий триместр, они самые полезные, самые безопасные. Треба включатись навпаки, да, так? Да. Ну, ага. Как не активно включаться, Розумію. Но грамотно. Должен специалист работать, который знает, как с этим, ну, какие можно делать упражнения, какие нельзя делать упражнения. Вот так. Перед тренуванням на воді можна поїсти? О, ні. Ні. Ні, ну якщо хочеш фонтан зробити в басейні з їди, то, звісно, не рекомендується. За кілька годин можна тоді поїсти. І що? Если так плотненько хочется поесть перед бассейном, потому ну, что... Ну, такий ритм життя, знаєш, у людей, що зараз не поїм, потім вже не зрозуміло коли. Тоді ще й на тренуванні. Полтора-два часа. До тренування. Да. І що це повинно бути? Що це за їжа? Ну, банан, да. Вода? Ні, якщо така легка їда, то можна і за час. Там банан, фрукти, це нормально, ну, швидко переварюється. А якщо ми там гречі закинемо і борщиком ще... То греча вийде на зону. Да, то у нас буде дробовик в басейні. Зрозумів. А що ти їв сьогодні вранці? Ну, у мене є свій стандартний завтрак. Давай. Это яички, угу. Овощи, ну вот полуфабрикат. Я их обжариваю в яичке, такой омлетик. Авокадо, лосось, что там еще? И сыр. Обожаю сыр. Есть и захотелось. Дуже смачно. Класс. Від чого ты у житті відчуваєш такий прилив щастя? Це може все, що завгодно. Від кохання. Да. Від кохання до чогось, до когось. До когось. До когось. Да. Ага, добре. Своєї любимої. Я люблю свою роботу. Я дуже обожаю, коли ко мені приходять нові діти. І це дуже такий тонкий момент. Ти нічому так не можеш швидко навчитися, як плаванню. Ага. Вот це факт. Ты можешь... Від дітей заряджаєшся також? Конечно. Это они меня учат, это не я их учу. Ага. Большинство моего опыта, который я вот сейчас делюсь с тобой, рассказываю касательно там детей, это все я от них почерпал, потому что я видел, как ребенок плачет другого тренера или там с родителями, и я задумывался, почему так. Угу. И анализировал, искал разные методы, способы, как бы завлекать детей, чтобы им нравилось плавание в первую очередь. Потому что когда тебе нравится, ты будешь выкладываться, ты будешь делать хорошо, и будешь стараться, и у тебя будет все получаться. Як, наприклад, трансформується моє тіло, якщо завтра я почну в тебе займатися з тобою, і ось прийде там середина літа? Як я буду виглядати, якщо буду постійно виконувати всі навантаження, які ти будеш мені давати на своїх тренуваннях? Що відбудеться зі мною? Якщо помимо моїх рекомендацій в басейні, ти будеш ще слідити за своїм питанням, хоча б базові елементи виконувати, там, що є, що не є, то к середину літа ти витягнешся, станеш худим, більш худим. Ага. Ну, выровняется осанка, это первое. Плечи, они увеличатся. Спина, у тебя мышцы появятся. И рельефность появится. Потому что, смотри, мышцы растут, когда мы что-то тяжелое поднимаем. Да, вот в тренажерном зале. Так, так. А когда мы плаваем, мы ничего тяжелого не поднимаем. Мы работаем со своим весом тела, и то, которое в 10 раз меньше в воде. И преодолеваем сопротивление воды. Угу. Это у нас называется анаэробная работа, вот так она называется. Это когда мы сочетаем это с дыханием и с задержкой дыхания.
То есть это и аэробная работа, и анаэробная работа. Вот, вот так. Это такие термины. Аэробная – это когда за счет дыхания у нас мышцы питаются энергией. То есть, когда мы плаваем, это у нас и аэробная работа. А когда мы тренируемся, вот там спорт высших достижений, там уже больше работает и анаэробная работа. Потому что мы там больше задержкой дыхания плаваем. И на время плаваем. Это стресс для мышц и вообще для нервной системы. И будешь счастливым. Самое главное, что будешь счастливым. В середине лета будеш счастливым. Чи є протипоказання у аквафітнесі? Кому не можна займатися? Кому не можна? Это сердечникам, те, у кого есть проблемы с сердцем. Я думаю, это все. Ну, це досить маленький процент, але все одно можна прийти і спокійно. Да, даже тем, у кого есть проблемы с сердцем, можно. Врач тебе дает заключение, какую ты можешь нагрузку делать, сколько процентов от нагрузки ты можешь выполнять, от 100%, да? Может, тебе можно просто там в детском бассейне плавать, или просто лежать, или прийти, и все, это уже в воде, и вода свое дело делает, даже когда мы не двигаемся, просто мы туда опустились, она уже делает свое дело. Ну що ж, дякуємо, це було цікаво. Пийте багато води, це корисно, і плавайте там, де багато води, це також корисно. Це був Нікіта Дрюченко на Спортіку, ще побачимось. Щасливо!